На повестке дня экологическая безопасность. Глава республики Михаил Игнатьев встретился с волжским природоохранным прокурором Вениамином Селифановым. Охрана окружающей среды требует системного подхода, что и делается в Чувашии. Глава республики один из первых подписал паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения Волги на территории Чувашии». Природоохранный прокурор заметил, что в республике умело наводят порядок в сфере отходов. Чувашия в лидерах по их переработке по сравнению с другими регионами. Есть уже алгоритм, который работает. Тем не менее, почти в два раза 16-17 год снизилось количество мусора, отходов. Да? Вот это немножко, требует анализа. Я могу ответственно сказать, Вениамин Ильич, что на самом деле учет, контроль, мониторинг позволяет нам наводить порядок еще больше. Те мероприятия, которые запланированы, это в Канаше и Шумерле, в Шумерлинском районе, два полигона, управление отходами встречался, они в течение полтора года должны реализовать и республика закроет, по сути. Тем более, что опыт уже есть. Новый полигон ТБО в Новочебоксарске отвечает самым современным стандартам. Республика готова к участию еще в одном федеральном проекте – оздоровление Волги. Чтобы получить поддержку для строительства целого комплекса очистных сооружений в населенных пунктах, расположенных в бассейне реки, и на модернизацию системы очистки сточных вод. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.